Друзья, и я приветствую вас на простой рыбалке, на рыбалке налегке. Я взял с собой буквально вот рюкзачок с сидушкой вот такой, один фидер, подсак, пару пачек прикормки и выпалился недалеко от дома на Москва-реку. Можно сказать, практически у себя во дворе рыбачу. Такая рыбалка не выходного дня, обычная будничный денечек. И я решил провести его с удовольствием. Потестировать кое-что, да и просто побыть на природке. Сегодня теплый день, непривычный для весны в этом году. А значит, нужно его проводить, конечно же, на реке. Ну и по традиции, замес прикормки. Ничего сложного, минимальный комплект, минимальный набор. Что у нас сегодня в корме? В корме у нас сегодня английская серия Brim and Skimmers, лещ-подлещик или лещ-густера. Одна пачка. Корм светлый. Корм, неоднократно зарекомендовавший здесь себя как рабочий, в комбинации с более активными смесями, работает очень даже хорошо. Частички, небольшие красненькие вкрапления сухариков, желтая фракция мелкая, аромат корицы ярко выраженный такой, ну чисто классический лещевый, эпичный прикормочный концепт есть. Так, второй моей прикормкой будет Gross Gardens. Не являю, думаю, не нуждается в представлении этот корм. Плотвяная серия, прикормка более активная, и она добавит моей общей смеси, моей композиции динамики. Плюс я таким образом перестраховываюсь и делаю свою прикормку более адаптированной под разные виды рыбы. Что сегодня будет ловиться, я понятия не имею. Поэтому я буду как бы замешивать и лещевый корм, и плотвяной. А что клюнет, то клюнет. Пошел волшебный аромат сразу же. Буквально пачку открываешь, и сразу есть такой топленый с кислинкой, такой шоколадный оттенок у него есть. Коричневого цвета корм с большим количеством конопли. В общем-то, ну, Gross Gardens — это Gross Gardens. Что за него говорить? И небольшое количество копромеласы добавлю я. Тоже в представлении не нуждающийся продукт. Единственное, что небольшие комочки могут быть, но я их впоследствии разотру через сито. Ну, где-то еще хороших пару жмень есть. Никаких шуруповертов, никаких платформ сегодня у меня, никаких спортивных принадлежностей особых. Обычная рыбалка. Корм у меня получается достаточно светлый. Но сейчас весна. Да и вообще, как бы, я ж не знаю, какая рыбка будет ловиться. Если будет ловиться плотва в основном, то, конечно же, корм будет требовать затемнения. А если вдруг приплывут какие-нибудь подлещики, то темный корм никоим образом им не помешает. Поэтому я буду притемлять небольшим количеством черной краски сухой. То есть мне нужно корм в обязательном порядке будет сделать темным. Затемнять прикормку нужно до увлажнения, то есть добавлять сухой порошковый краситель нужно до увлажнения корма. Вот сейчас он смотрится таким темно-серым, серо-охристым, но когда сюда попадет вода,
прикормка заметно затемнится. Вот. Но я вот думаю, чернить ее совсем или сделать такой под цвет грунта. Пока не решил. Давайте, наверное, еще чуть-чуть добавлю. Все-таки неизвестно, что там у меня сегодня будет за история происходить. Рыбалка экспериментальна. Я в этом сезоне еще не был здесь. Поэтому трудно сказать, что меня ждет. Годится. И я делаю предварительное легкое увлажнение. На втором увлажнении я уже добавлю сюда ароматизатор. Доминатор FFM. Это заливка, очень сладкая, варится по специфическому фирменному рецепту. Абсолютно натуральная, с невероятно таким интенсивным, очаровательным, сладким ароматом, таким карамельно-сливочно-ванильным. То есть, ну, и по лещу, и по плотве неоднократно себя зарекомендовал как очень эффективный аттрактант, поэтому я его буду добавлять. Но буду добавлять хитро. То есть я дам сейчас слегка предварительное увлажнение, и потом второй порцию уже буду доливать его. Почему его не сразу? Потому что он достаточно вязкий и сладкий, липкий. Если я сейчас залью его в корм, у меня прикормка будет иметь такую кашистость, то есть будет иметь кашистую структуру, как при увлажнении сразу с мелассой, например. Поэтому мне нужно вначале, чтобы все-таки мелкая фракция у меня распилась как следует. Вот. И нужно, чтобы прикормка вначале была именно увлажнена под более активную механику. По чуть-чуть водичкой и вручную. Old school. Я все это дело вымешивать буду. Вот, видно, прикормка сразу затемнилась. Водичка как только добавилась, у нее такой цвет стал приятный, землистый, идентичный натуральному. Так. Еще чуть-чуть можно будет. Для более равномерного увлажнения, по традиции, пробиваю через сито. Если не использовать шуруповерт, то для лучшего увлажнения прикормку надо пробивать через сито. Тогда комочки сразу разобьются, и влага более равномерно распределится по корму, по нашему. Заодно протрутся эти самые комочки от копромеласы, потому что она иногда слегка комкуется в пачке. Вот они, копромеласовые комочки, вот эти вот. Вот. Их ни в коем случае не надо выкидывать, просто их надо перетирать через сито. Они отлично сквозь него растираются. Так. Опа. Круто, конечно, выбраться на рыбалку. Просто на рыбалку. Без спорта, без каких-то там сверхзадач, без кучи рыболовного шмурдяка. Это мой комплект, такой рюкзачок-сидушка. Я обычно так на баллоночку ловлю, когда там где-нибудь совсем в режиме лайт у меня рыбалки. Ну и, собственно, сегодня такая же точно рыбалка. Я аж весь в предвкушении. Рыбалки без амбиций. Есть. Вот я. Прикормочку увлажнил. Она сейчас так приятно увлажнена, но обязательно она еще свою водичку допьет, пропитается лучше и, конечно же, подсохнет, скажем так. И понадобится уже второе финальное доувлажнение, которое я произведу несколько позже. В качестве добавок у меня сегодня будет живой компонент. Это опарик, его величество. Я его просею, чтобы не было опилок вот этих вот
магазинных, обычный белый опарыш. И мотыль, мелкий речной мотыль, не лиманский. Я всегда стараюсь покупать речного мотыля, потому что лиман грязный, в илу, солоноват, а речной, на мой взгляд, самый классный мелкий. Вот, поэтому вот у меня мотылик. Пол-литра опарыша, полкилограмма мотыля. Ну и на насадку тоже опарыш и насадочный мотыль, обычный уралец, классический. Вот. Все, сейчас... Даю прикормки попить, минуточек 15-20. А тем временем займусь промеркой дна и расстановкой своего, организацией своего рабочего пространства. Прикормка попила, место я свое подготовил, осталось только сидушку туда поставить. Сейчас прикормочка выглядит вот так вот, она чуть-чуть подсохла, чуть-чуть стала такой рыхловатой. Как раз небольшое легкое доувлажнение приведет ее в необходимую мне кондицию. Запах очень приятно идет, но мы его еще сейчас немножечко усилим. Все-таки весна, вода чуть-чуть мутноватая, и дополнительный интенсивный ароматический сигнал никак нам в этом случае не помешает. Берем ликвидик и просто так вот поверху прямиком полбаночки я сюда выливаю. Остальное оставлю, буду доливать, если что, в кормушку по ходу пьесы. Ух, какой вообще аромат пошел очаровательный. Задача этого ликвида — дать интенсивный поверхностный сладкий сигнал и ароматический. То есть он должен при попадании в воду мгновенно у дна отработать, мгновенно выделиться в водное пространство вокруг кормушки и сработать на максимально быстрое привлечение. Это фидерная рыбалка, не карповая. Здесь нет вообще никакой нужды в том, чтобы корм лежал и долго фонил на дне. Нужно, чтобы он быстро срабатывал, быстро отдавал. И после чего я буду добавлять новую порцию корма посредством фидерной кормушки на точку. Поэтому долгоиграющие вещи в такой рыбалке смысла не имеют. О, красота. Уф. Так. Очень сладкая. Это сверхсладкий компонент. Так. И еще финальная протирка на сите, для того, чтобы уже прикормочка моя была доведена
до идеального состояния. Сито у меня 4-миллиметровое. Позволяет именно распушить прикормку. Фракции особо крупной, что в одной, что в другой прикормке у меня не было. Поэтому на сите у меня тут толком ничего и не остается. И задача его не отсеять, а выступить в качестве рыхлящего инструмента. Есть. Годится. Вот какая красота. Шикарный корм. Получился пушистый, ароматный, сладкий. Надеюсь, что он меня сегодня не подведет. С этим вопросом все понятно. Я сейчас чуть-чуть освобожу опарыша от опилок, и, в общем-то, можно приступать к ловле. Ну и по традиции, самая главная карма успешного рыболова – это всегда забирать с собой упаковку от прикормки с водоема и не бросать ее в месте ловли. Тот, кто будет так делать, будет ловить рыбы больше, чем те, кто упаковку бросают. Было, было. Поехали ловить. Так, ну что, начнем искать точку для ловли. Я сейчас буду маркериться при помощи грузика 50-граммового. Поразвел заброс сейчас метров на 60 подальше. Значит, удилище, которым я сегодня буду ловить, это предсерийный Zemex Profeeder Z10, юбилейная серия, 11-футовое удилище. Катушка 4000 LT Dive Fuego. И основной шнур, дайвовский, я уже даже не помню, как он называется, четырехжилка, просто намотал попробовать, ну ничего так вроде пока. Вот. Протяжечкой идем, дно плотное, легкое постукивание идет, но это такое дно, хрящевое, это не ракушка, как бы, оно просто плотное дно. Упоры пошли, постукивание более резкие. Да, достаточно плотное дно везде у меня здесь пока идет. Глубина по ощущениям падения была в районе метров 3. Вот вообще прям камни, какая-то как брова, прям гряда какая-то, да, какая-то гряда. А ну-ка я сейчас эту гряду чуть обследую. Чуть-чуть я ее сейчас обследую, эту гряду, на предмет определить глубину. Так, подаю вперед. 15. И теперь сделаю заброс с отводом, чтобы как бы посмотреть, что находится здесь. Ага. Здесь чуть-чуть мельче. Да, это подъемчик идет, получается. Здесь чуть мельче. Ближе. Да, это просто правее чуть брошу. Угу. Да. Да. Но эта гряда мне не очень нравится. Почему? Потому что
Она такая цепка, за нее, думаю, могут и, коту, и кормушки, и поводки цепляться, и это не очень комфортно. Попробую все-таки уйти чуть дальше, там, где дно еще было не такое звонкое. Вот идет плато вот это с легким постукиванием. Изредка постукивание, то есть такой какой-то песочек, может быть, там какой-то камушек, может быть, какие-то перловицы кое-где, вот, а вот это уже начинается, вот, агрессивка. Ну, предположим, отмотаюсь я чуть-чуть дальше. На этой катушке очень интересная клипса, неожиданно. Она поначалу мне показалась неудобная, такая прямоугольная, но потом я прямо оценил ее в полной мере. Клипса широкая, шнур не травмируется. Очень классно, особенно если ловить тонкими шнурами. Так, попробуем встать на границе. То есть, грубо говоря, опс, что-то я не долетел. Это где-то так на вид, на вскидку, метров 37 под 40 у меня получается. Для 11-футового удилища, наверное, далековато. Ну, ничего, будем... скажем так, на потолочных дистанциях для 11-футовой модели работать. Даже от этого будет еще интереснее потестировать этот предсерийник. Так, вот идет легкое постукивание. Оп, и вот я начинаю закатываться на, вот, на, грубое, на грубую текстуру. Ну чего, я думаю, что если я отдам туда раз-два метра на это мягенькое, то, наверное, этого будет и достаточно. То есть логика какая? От русла на меня идет плато. Здесь песочек, постукивание, глинка, может, какая-нибудь, какие-то частички твердые. Но в целом это дно плотное, не твердое, а просто плотное. И потом начинается плавный небольшой подъемчик, и вот тут уже начинается такое цепкая, грубая, там, звонкая текстура, то есть то ли ракушка, то ли камень, то есть оно тук-тук уже, кормушка цепляется, и пошел дальше еще более агрессивно. Я хочу стать, отступив от вот этого края, буквально там 2 метра, вот сюда, на вот это более комфортное дно. Это даст мне возможность, во-первых, производить манипуляции в плане подтяжки, то есть я не буду упираться сразу кормушкой в твердое, в твердый подъемчик вот этот. И второе, все-таки презентация на таком дне будет для крючка лучше. Он не будет заваливаться между вот этих донных преград, каких-то там насыпей вот этой вот. И мне кажется, что все-таки рыбка, которая покрупнее, а мне хотелось бы, например, покрупнее поймать рыбку сегодня, она все равно будет вот на вот таком грунте питаться. Вот этот вот костяной подъем, он здесь не супер хорош. Единственное, что я сейчас еще попробую чуть подкинуть левее, посмотреть, что там. Что у меня там. О, здесь даже как-то... Ага. Да нет, то же самое. Особо ничего не меняется. Ну, значит, эту точку я для ловли и выберу. В общем-то, незамысловатый рельеф. Ничего особо такого нету. Ярко выраженной бровы этой нету. Какой-то там, ну или какого там, не знаю, заглубления или подъемов, там перепадов. Ну, в целом, такой себе рельефчик. Оп, и вот начался этот сильный стук. Ну, почему бы нет, нормально. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас тут. Я без колышков сегодня, налегке, поэтому по оборотам. Раз, два, три, четыре. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 оборотов. 48 оборотов по 80 сантиметров. Это получается в районе 38, где-то 37, 38, 39 метров. Ну, нормально, нормально. Нормально, вполне себе дистанция, рабочая. Можно сейчас переобуть
кормушечку и приступить на этой клипсе к кормлению. Со старта я сейчас мелкого мотылика разобью в корм, перемешаю его с кормом, а потом буду резать поверх него опарыша и уже, скажем так, наполнять точку более активной, такой выразительной, вкусной пищевой фракции. Так. Ну, еще можно чуть-чуть подкинуть, так чтобы пожирнее было с порога, чтобы стартануть. Так. Погодка сегодня прямо шикарная. Сейчас слегка небо затянуло каким-то маревом. Если пойдет дождик, я зонт с собой притарабанил, это понятное дело. Вот. Но надеюсь, что дождя-то сегодня не будет. Это уже просто от дождей начинаешь сходить с ума. Так, поехали. Затягиваем фрикциончик, чтобы не прокосячиться. И пошли кормиться. Бум. Я на старте, на закорме, на стартовом на своем, сейчас опариков корм давать не буду. Я сейчас дам чисто мотыльную вот эту устилку, а уже в рабочую кормушку, которая будет поменьше, уже буду обидно в каждую кормушку пробками резаного опаря давать. Сейчас у меня 70-граммовый Фидерспорт М3 стоит, кормушка для закорма. Вот 11-футовик с ним справляется прямо отлично. Запас комлевой части у этой удочки, будь здоров. В общем-то, то, что я и хотел разрабатывать это удилище. Несмотря на то, что это удилище базового уровня, и ценовой ее сегмент невысок, как бы не, это недорогая удочка. И понятное дело, что этот комель не сверх-ультра-ультра-слим, но он достаточно изящен для этой модели. То есть удочка для своего роста и теста выглядит очень изящно. И для своей цены, самое главное. Но моей задачей было создание удилища с хорошим запасом вот в этой комлевой части. Это важно. Почему? Потому что это во многом и зачастую простит ошибки начинающим рыболовам. Все-таки есть дополнительный запас по прочности. Это хорошо. Плюс это будет играть добрую службу, если речь будет идти о ловле тяжелой рыбы. Ну, например, на карповых водоемах упористая рыба, карпы, там, килушки, двушки, трешки, пятерыши. Вот такие рыбки, эта удочка как раз по ним сыграет хорошо. Плюс я могу взять, вот повесить такую закормочную кормушку и комфортно, абсолютно не испытывая никаких проблем, производить кормление. Но при этом достаточно живая идет уже середина, живой хлыст. Вопросы вываживания и вопросы амортизации тоже стоят здесь не на последнем месте. Ну и плюс достаточно бланк. Мне вот сейчас так даже в руку, вот я слышу по вот гулу шнура. Достаточно звонко получается. Мне нравится. Вообще мне нравится. То есть, если бы я был любителем, просто рыболовым любителем, вот так вот ловил бы, приезжал просто в кайф, вот, без спортивных там каких-то раскладов и там сверхзадач, то удочка, мне кажется, это для ловли на неслабом течении, для ловли в озерах, для ловли, для такой классической комфортной рыбалки, я думаю, что это 100% попадание в рынок. Я намеренно не устанавливал сюда более дорогих противозахлестных колец. Нет никакой необходимости в таких моделях ставить их. Почему? Потому что удилище не кастинговое, не сверхдальнобойное. То есть не стоит задача этой удочкой ловить на каких-то дистанциях 100+. Вот комфортная дистанция. Смотрите, 40 метров, 11-футовая удочка, 16 размера кольцо стоит первое. С 4000-ной кормушкой, катушкой, прошу прощения. Ну просто более чем комфортно. Сбалансированная снасть. Вообще нормально. То есть я прямо сижу и получаю удовольствие. Я думаю, что с точки зрения основной задачи я тут справился. И завод справился наш тоже. Очень хорошо. Еще раз говорю, это 70-граммовая кормушка
в которой еще там грамм около 30-40 корма, да даже 40, потому что она достаточно объемная. Это очень приличный вес. Да, я кидаю не силовым забросом, я хорошо чувствую эти удочки, то есть у меня нормальная техника заброса. Я понимаю, ну, где бланк уже перестает справляться. Вот. Поэтому вот на вот этой дистанции 40, в общем-то, бланк самостоятельно справляется без каких-либо дополнительных физусилий. И это не может не радовать. Ну что, вот еще раз подкину еще кормушечку одну. Опа. И, наверное, уже буду переходить на ловлю с поводком и с кормушкой меньшего размера. В качестве кормушки меньшего размера я возьму 50-граммовую гуру. Очень мне эти кормушечки нравятся, удобные, хорошо выгружают корм, хорошие полетные качества у них очень. Я думаю, что эта тема зайдет. Четырехжильный шнур шумит, слышно, как он типа гудит. То есть восьмижильный шнур в этом плане гораздо тише. Но я намеренно намотал на эту катушку четырехжильный шнур. Почему? Потому что четырехжильные шнуры, как правило, более бюджетные. И я хотел максимально приблизиться в этой снасти, именно к аутентичной снасти базового любительского класса. Вот. Значит, по монтажу у меня классика, спортивный монтаж, обычный, самый стандартный инлайн. Отводик из лески 0,28 фанфишинга с застежкой и на бусинке. Шнуровчик, к нему привязан отвод из шнура тоже на бусинке. Ну, стандартный, самый стандартный монтаж. Резинку я сейчас пока не вяжу. Если там понадобится необходимость, то я как бы смогу, в общем-то, при желании привязать резиночку. Так, я уже поводочек здесь благовременно подготовил. Стартую я с поводков 90 сантиметров, подвязал. Естественно, никаких поводочниц у меня тут нету сейчас. Все буду вязать прямо в процессе ловли. Потому что, еще раз повторяюсь, это обычная фидерная рыбалка. Никакого спорта. Очень удобно вот так в ходовой такой рыбалке рюкзачок с сидушкой. Минимальный комплект я взял, который мне необходим. И, в общем-то, меня это вполне устраивает. Так, со старта классика. Один опарик. 3-4 мотыля. Достаточно крупная насадка, но это насадка разведчик. Ее задача выделяться. Ее задача показать мне, есть ли на точке рыба или нету. То есть идентификацию дать. Не обязательно мне на нее поймать. Мне нужно увидеть поклевку какую-нибудь. Мне нужно увидеть контакт, абсос. Ну, то есть это просто насадка разведчик. И я засыпаю опарика в емкость. И начинаю его шинковать посредством специальных ножниц. Резко здесь мне даст сразу быстрый вкусовой визуальный декоративный сигнал на точке. Будет более акцентировать. Будет акцентировать рыбку, если она приплывет ближе к кормушке. Если клев будет активный, я, возможно, перейду на добавление просто обычного целого опарыша. Но на старте резко всегда дает положительную динамику. Есть контакт. И стараюсь забивать кормушечку так, чтобы внутри было хорошее количество моего вот этого вот фарша. Ой, сейчас вылазит. И поехали. Опа. По пленке воды тянется какой-то белок. Я не знаю, что это. Ну, такая утренняя вот эта вот пленочка такая. На ней шнур ложится и не очень хорошо тонет. Поэтому
вопрос затапливания шнура. Здесь не стоит игнорировать, и после заброса все-таки немножко течение есть здесь небольшое, поддувает течение, ну такое, 50 грамм лежит, но тем не менее ветровое верхнее течение по пленке воды, оно идет. И вместе со всем вот этим жирным слоем на пленке, вот, не начинает немножечко шнур подтягивать не очень приятным образом. Поэтому его нужно притопить, чтобы он побыстрее утонул, потому что шнуры имеют свойство все чуть-чуть плавать. Ну, поехали. Сейчас я буду держать темп такой ориентировочно, там, заброс там в счет, наверное. Ну, я закормился, поэтому буду держать заброс в счет там 150, где-то так. У меня, в общем-то, за время там спортивной моей карьеры выработался такой внутренний какой-то тайминг уже, по ощущению вот это, сколько держать удочку в воде. Поэтому этот счет не будет таким прям точным, но где-то по ощущениям я буду этот интервал выдерживать для того, чтобы сейчас поверх вот этого моего закормочного пятна еще и подкидывать уже кормушкой вот этого опарыша, который будет там выделяться белыми кусками, фрагментами, элементы вот эти надрезанные его, вот эти шматки, вот эти все вот кусочки, они там будут где-то как взвесь находиться в придонном слое. Они такие почти суспендерами становятся. И когда рыба, например, приплывает, начинает питаться, то эти все вот эта вот взвесь поднимается. То есть она там махнула раз там своими там плавниками, хвостовым плавником, грудными плавниками. И вот все это взлетает, начинает образовывать чехарду вкусных частиц. Ну и от этого рыбка только начинает входить в состояние раша, куража и веселой безудержной пирушки. Поэтому такие вещи всегда наиболее позитивно влияют на динамику. Но главное, что рыбка включилась. Почему? Потому что, во-первых, вот сейчас я уже вижу, что погодка почему-то начинает ловиться. Вот я пока даже кормился, смотрю, что там у меня синее небо, а там уже начинает натягивать. Как обычно, весна в этом сезоне странная, конечно. Вот. И такой перепад погоды может, конечно, сыграть злую шутку, а может наоборот включить рыбу. Ну и плюс ко всему прочему, сейчас, в общем-то, хорошее время для ночного клева. Сейчас рыба хорошо клюет ночью. И после ночного жора, вот утренняя, у нее, по идее, должна быть какая-то небольшая пауза. То есть ей надо какое-то время там переварить, какое-то время отстояться. И не исключено, что какие-либо там динамические истории, подвижки какие-то начнутся, ну, уже часиков после 10 и ближе к обеду. Такое возможно. Но уже это будем смотреть по ситуации. Сейчас пока моя задача, рутина обычная, кормить и ждать. Ждать и кормить. Еще на точку засылаю жирную кормушечку, наполненную деликатесным фаршем. Четко в клипсу, комфортно, классно. Оп. Ждем. Переменная облачность с непонятным состоянием погоды сегодня ожидает нас весь день. Поклевочка. Вот еще поклевочка. Оп, оп, оп. Вот. В общем-то, красиво. Тучки на горизонте. Очень даже ничего так погодка. Достаточно тепло. Так, что там у нас? Что там у нас буянит? Опа. Плотвичка. Вот какая. Опа. Вот она. Плотвёня.
Попал в кормушку прямо. Вот. Расслабушная рыбалочка. Нормально. Сейчас на опарика. Три опарыша на крючке. Плотва такое дело любит. В общем-то, ну и это достаточно распространенный и частый трофей фидериста современного. Одна из самых спортивных рыб, если не самая спортивная. Если вы меня спросили, какую рыбу я считаю, наверное, наиболее спортивной, то есть та, на которой бы вот самый прогнозируемый идеальный результат можно делать, это, наверное, все-таки будет именно плотва. Есть в этой рыбке все. Во-первых, она занимает разные ярусы. То есть как в пелагиале, так и у дна, так и у поверхности. То есть разнообразие тактических схем может быть ловли плотвы. Она вырастает достаточно крупных размеров для того, чтобы делать на ней хороший вес. То есть такие рыбки там 50-150 граммов, одни из самых спортивных, наверное, на веску имеют. Не говоря уже о более крупных особях. Разнообразный характер питания, то есть, и я имею в виду именно объектов, элементов питания, и опарыш, и мотыль, то есть очень разная плотва бывает. Вот. Поклевки тоже разные бывают, бывают агрессивные, такие прямо отдай фидер, бывают невероятно деликатные. То есть рыба по-настоящему спортивная, наверное, одна из самых разноплановых и самых неподдающихся каким-то какой-то стандартизации, что ли. Опа, этот покрупнее. О, какая красотка. Очень. Вот такая рыбуля. Светленькая достаточно рыбка, и видно такая, у нее чуть-чуть чешуя подсбитая, и подсбитая чешуя явно после нерестового процесса. То есть плотва буквально недавно отнерестилась. Плыви отдыхать. Плотва недавно отнерестилась, и на ее теле, в общем-то, видны следы оргии свежезавершенной. И сейчас у нее период жора. Она сейчас будет достаточно активная. Вот. Так что, если речь идет о плотве, то, конечно же, это супер крутая фидерная рыба. Это то, что я хотел сказать. Мне удавалось ловить плотву и на абсолютно лещевые концепции тактические. То есть со дна, с паузами, там, на 3-4 опарыша, с редкими поклевками. Удавалось ловить ее как уклейку в лед, на 2-метровые поводки. Поэтому плотва может делать все, что хочет. Мимикрировать под любую, под поведение любой рыбы другой. Ну и самое главное, она весит хорошо. То есть если ловить ее спортивно, в садок, на соревнованиях, на ней получается прям хороший вес. Всегда проще набить там 6 килограмм хорошей мерной плотвой, там, чем умудриться в прессинге засадить 3-2-килограммовых лещей. Поэтому плотва — это топ-1. Пока собирается, вот собралась на стол плотвичка. Ну хорошо, отлично. Пусть поклевывают. Я только за. Классная, задорная рыбка. Кончик удилища загибает. Сопротивляется. То, что надо для такого денька. Сижу тут в окружении одуванчиков, щебечущих птиц. В красных командирских кедах. С отличным вторничным настроением. Так, сейчас почему-то резкой поклевки не последовало сразу после заброса. До этого поклевка. А сейчас раз, и как-то сразу как бы пауза на забросе. Вариантов несколько. Стайка просто чуть-чуть сместилась. Ну, сейчас еще подождем, конечно. Вот.
Другой вариант, что может быть кто-нибудь рядышком проплывает мимо из более интересных экземпляров. Но об этом мы узнаем несколько позже, если узнаем. Вот в таких случаях всегда наступает дилемма такая, начинается. Продолжать держать темп или же все-таки подождать. Возможно, это другая рыба, какая-нибудь более крупная. И всегда это сложный очень вопрос, на который надо ответить. Здесь есть ряд факторов, которые нужно учитывать. Первое. Даже если приплыла более крупная рыба, далеко не факт, что она, например, соблазнится той насадкой, на которую до этого ловилась плотва. Или той длиной поводка, при которой до этого плотва клевала стабильно. То есть, ну, образно говоря, предположим, я сейчас ловлю на три опарыша, и туда, предположим, сейчас зашел лещ. Чуть сдвинул плотву. Я продолжал ловить на три опарыша. Но лещу, возможно, сейчас эти три опарыша вовсе не нужны. То есть он плавает, собирает там какие-то частички корма, что его там привлекло, я не знаю. Могу только догадываться. И для того, чтобы он клюнул, мне нужно предложить ему просто другую насадку. Например, там пучок мотыля или комбинацию из опарыша и мотыля. И вот получается, что мне продолжать ждать на плотвенную насадку поклевки более крупной рыбы, или же выматывать и предлагать что-то другое. Опять же вопрос следующий. А вдруг на самом деле никто не приплыл? И просто это какая-то пауза, вызванная там, ну, чем угодно вообще. Вот подергунчик произошел. То есть просто стайка временно сместилась там, или прорядилась там, или как какое-то перемещение произошло. Я сейчас тогда, получается, просто вытяну и буду ждать несуществующую рыбу, которая, возможно, просто и не заплыла даже на прикормочный стол. Вот. Но в любом случае, опа, была подергунчик легенький, поклевок. Но в любом случае, смысл фидера в том, чтобы темп стараться не терять, поэтому тут надо, опа, принимать решения эти достаточно быстро. Очередная красоточка. Оп. Вот. В общем-то, вполне себе неплохо. Точка выбрана верно. Рыбка собралась. Ловить комфортно. И вообще в целом комфортная ловля. Ветра сильного нету, дистанция комфортная. Удилище справляется. Глубина там, ну, вменяемая. То есть все как бы такое, все стандартно. Среднестандартно, комфортно. Такая классическая рыбалка, классический фидер базового уровня. То есть ни сверх дистанции, ни сверх нагрузок, ни сверх плохих там погодных условий, ни какой-то там сверхсложной рыбки. Вот то, что надо. Фидер в отдых, фидер в удовольствие. Так. Опарыш работает. Сейчас в следующем забросе надо попробовать будет. Ага. Попробовать с мотыликом. Может быть, просто помимо плотвы, там еще есть и другие рыбы. Ну, предположим, там подлещик такого же сходного размера, не схожего размера. Вот, или окуня. То есть какие-то такие рыбки. Интересно проверить точку на работу с другими насадками. А возможно, при использовании там других комбинаций насадок произойдет какая-то селекция. Предположим, или плотва крупнее, или наоборот мельче. Ну, в любом случае, фидерная рыбалка предполагает некий постоянный поиск. И поэтому я стараюсь как можно большее количество вариантов попробовать. Многие рыболовы делают следующую схему, следующий вот заброс, предположим, три опарыша комбинации, заброс, плотва, заброс, плотва, заброс, плотва. И так весь день, три опарыша, заброс, плотва. С одной стороны, вроде бы как бы и неплохо,
Но лично мне на пятом забросе уже начинает казаться, что стоит попробовать еще что-нибудь еще. Почему? Потому что с любой рыбалки, помимо удовольствия от ловли, всегда хочется вывозить какой-то опыт. Вот. И вот эти эксперименты, они особенно хороши, когда попадаешь в некий алгоритм. То есть, когда появляются более-менее стабильные поклевки на определенную насадку, и в этот момент стоит, конечно же, почувствовав вот этот вот ритм, пробовать экспериментировать с чем-то еще, для того, чтобы сравнить. Вот. Это очень полезно всегда, и именно на вот таких вещах строится вот тот самый, большая часть этого самого рыболовного опыта, когда впоследствии есть вот эти карточки в колоде карт опыта, которыми можно уже перебирать и предлагать в существующей ситуации то или иное решение. Сейчас вот опять затишье какое-то. Вот забросик, затишье. Все-таки хочется мне подсадить мотылика туда. Аж интересно, что получится. Ну, еще буквально там секундочек 30 подожду и произведу перезаброс. Вот. Поводочек у меня еще есть. Значит, о крючках. На какой крючок я ловлю в данный момент? В данный момент это у меня Хасоджи Сот, пятый номер. Это Гамакацу, японский внутренний рынок, крючки японского внутреннего рынка Гамакацу. Вот. И Хасоджи Сот, в общем-то, хороший тонкий крючок классической формы. То есть сот такой уже можно называть, это классика. И для плотвяной рыбалки в особенности он особенно хорош. Вот. В качестве поводочной лески Колмиксило 0117-0104. 0117 сейчас вот я подвязался, вроде бы клюет, чтобы особо не церемониться, не тяньшить с лесками. Зачем ловить еще тоньше, если, в общем-то, клюет на относительно... Оп. Кормушка ударила по рыбе, или же в момент подъема снасти, вот этой плавной поджиговки, какая-то рыба потянула за поводок. И так могло быть. Ага. При этом отскочило это все дело и чуть-чуть закинулось на основную леску. Отыграла. Так. Есть. Что у нас здесь? Кирочки все поскидывали. Все, я понял. Бусинка перекрутилась немножечко. Бывает. Бывает. К счастью, это не соревнование, и здесь на подобные вещи есть масса времени. Поехали. Начинаем экспериментировать с подсадкой мотылика. Мне видится здесь сейчас комбинация хорошо из двух опарышей и двух мотыликов. Мотылики какие-то нужно повыбирать. Наиболее аппетитных. О, прекрасно. Прекрасный получился осьминог. Забираю я корм из ведерка таким образом, чтобы помимо разбитого мотыля у меня еще и в каждую кормушку попадало по 3-4 личинки опарыша. Вот. Чтобы вот эти нарядные фракции, декоративные, опарыш очень заметен на дне, доставлялись с каждым забросом в определенном количестве на прикормочную точку. Есть. Стабилизировал. Я сильно не взвожу кювертип, не натягиваю шнур. Почему? Потому что его все равно сейчас подтянет слегка ветровым течением. И так или иначе он кювертип у меня взведет. В этой ситуации, даже если бы я сильно захотел, мне бы в провис не получилось ловить, потому что течением леску натягивает. Шнур натягивая. Вот. Хотя при ловле того же самого леща, ловля в провис, это очень хорошая тактика. Если такая возможность есть, ловить в провис, то это
Очень даже здорово. Ну что, подождем, подождем. Пока вот сходу слету вот такой динамики, такой поклевки не было. Прям что тубу сразу пробой. Нет. Все как бы стабилизировалось. Сейчас вот течение само натянуло кверти. И, в общем-то, он замер в ожидании сигнала с глубины водоема. Вокруг, как я уже говорил, разрываются птицы весенними трелями. Несколько пар кряков плавают вокруг всевозможные. Одна даже уточка плавала уже с выводком тут недавно. Проплывала, не знаю, так минут там 20 назад. Я видел несколько малышей таких утят. Но они уже такие, уже темные были достаточно. То есть, ну, одним словом, все живет, все щебечет, все размножается. Вот скворцы летают вокруг, дрозды летают тут. В общем, жизнь кипит, как ей и предначертано судьбой. Или боженькой, как правильно сказать. Пока нет отзыва, пока нет отзыва. Прям вот такая вот пауза, пауза, пауза. Ну что, вдруг кто-нибудь к нам приплывет. Было бы вообще здорово. Ну, посмотрим. В любом случае, я, как бы эта рыбалка не завершилась, буду рад любой рыбе. И вот, и в первую очередь, самой маленькой. Но плох тот рыболов, который не мечтает поймать большую рыбу. В таких случаях я, ну, по-хорошему, вот, ну, в районе там 4 минут можно подождать, ну, до 7. Длиннее ожидания интервал, я думаю, ну, наверное, уже будет излишним. Хотя были у меня и неоднократно и рыбалки, и соревнования, когда поклевки происходили, например, тяжелые рыбы, спустя там 7 минут, там 10 минут. Но такие рыбалки изнурительны крайне, тяжело столько ждать, сидеть, бездействовать. Потому что если сравнить с карпфишингом, карпфишинги просто изначально ты настраиваешься на гораздо менее высокий темп поклевок, и ты к этому готова. Фидер, он предполагает действие, и вот эти минуты кажутся какой-то вечностью, когда забрасываешь, и минуту не происходит ничего, 2, 3, 4. Мне всегда очень тяжело в таких случаях дожидаться свою поклевку. Ну, попробуем воспользоваться древней методикой. Сел подубинить, вяжи поводок, чтобы было чем себя занять. Опа. Сел подубинить, вяжи поводок. Мне кажется, что все равно сейчас характер, основной характер ловли тяжелой рыбы здесь, в этих условиях, там лещей всяких разных, он будет ночным более. Все-таки 4, 5. Ночная рыбалка здесь однозначно эффективно. Обязательно надо смачивать в момент затягивания леску при изготовлении поводка, потому что она имеет свойство пережигаться. Ой, красота! Редкий теплый день. Для этой весны это прямо аномалия. Так, заготовочку я свяжу метровой длины, там 90 сантиметров. А потом, если мне понадобится, я уже укорочу под ту длину, которая мне нужна. Нет, пока ничего не происходит. Пока вот просто затишье. И никто у меня не клюет. Ну и плотва не клюет тоже.
И это меня настораживает. За какой-то донную неровность. Шок-лидер завалился, сейчас было слышно на подъеме, что соскочил из-под какой-то ракушки. Он или откуда? Так, у меня тем временем все было съедено. Или же так. Попробуем половить с чуть более длинным поводком. Сейчас у меня был 60, вот. А вот сейчас я сделаю где-то 80. Почему бы не пробовать подлиннее половить? Плюс есть еще один такой момент тактический. Я сейчас посмотрю, если меня рыбка не клюнет, а я сейчас, удлинив поводок, проверю состояние этой же плотвы в ярусе. То есть предложу ей вариант клюнуть в ярусе, в случае, если действительно на стол пришла рыбка более крупная, и плотва чуть поднялась вверх. Такое часто бывает. Если поклевки произойдут, то как бы, ну, нормально. Я могу вернуться к ловле своей плотвы. Или же продолжить дальше попытаться выковырять того, кто ее прогнал со дна. Но если сейчас мне тоже не даст ничего ловля с более длинным поводком, то есть еще всегда альтернатива попробовать с пустой кормушкой, чтобы не размазывать свой стол, бросить снасть в сторону, то есть метра там 2-3 вправо-влево от своей рабочей точки. Тоже очень часто происходит такая ситуация, что рыбка более крупная приплывает, сгоняет ту рыбку, которая клевала динамично, но она далеко не отходит, она располагается вокруг прикормочного стола, а внутри стола пируют более крупные доминирующие особи. И эти особи могут жить в своем ритме, они могут не клевать, у них своя атмосфера, они что хотят, то и делают. А с края начинает клевать та рыба, которая была выдавлена более крупными рыбами со стола. Такое бывает часто. То есть ловишь точки, пауза, заброс, пауза, заброс, пауза. Пустую кормушку ниже по течению или там чуть-чуть правее или левее, если это стоячий водоем. Заброс, поклевка той же рыбы, которую ловил. Ага, значит, что-то ее сместило с кормового стола. Надо делать выводы. Подождем. Как пела когда-то группа Green Grey. Подождем. Подождем и пойдем. У меня такой слегка отпущенный фрикциончик. Ровно до той степени, чтобы не резал он пальцы при забросе мне, когда я забрасываю снасть. Что происходит в момент, когда происходит подтяжка? Происходит следующее. Отыгрывает снасть, то есть кормушка тащит, тык-тык-тык-тык, ее скидывает, как бы, ну вот, она напрягается, упирается в какую-то там ракушечку, что потом соскакивает. И поводок в этот момент поддергивается тоже. И в связи с этим происходит иногда, из-за вот этого отыгрывания, происходит нахлёст поводка на монтаж. Так, с длинным нет. А ну как вообще коротенький. Вот такой. 40 вообще. Даже, по-моему, тут 30-35. А почему нет? А может быть, нам наоборот надо укоротиться. И тут у нас на точке только этого кто-то и ждет. Потому что я при забросе на длинный поводок рассчитывал, что поклевка произойдет быстро. Пока будет планировать насадка в воде. Но нет. Так.
Раз, два парика. Раз, два мотылика. Вот этого покрасивее возьму. О, и, пожалуй, спрейчиком еще поддам. О, Sweet Magic, нормальная тема. Уф, полегче, полегче, Sweet Magic, что ты со мной делаешь? Это вообще законно? Для чего нужны спреи? В большинстве случаев основная задача спрейчика — это не получение поклевки, а ускорение ее процесса. То есть со спреем идея такая ловли, что рыба просто быстрее обращает внимание на насадку среди прочих аналогичных элементов. Опа, густера. Ух, какая пузатенькая. Вот такая красотка. Ух, тих, 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 тих. Позировать будем. Эч. Сейчас. Нет. Еще чуть-чуть. Не становится. О, вот она. Вот, густерочка клюнула. Оп. Вот. То есть задача спрея — ускорить поклевку. Как правило, ну, во всяком случае, мое понимание таково, что если, грубо говоря, у меня не клевало без спрея, то а со спреем типа должно клюнуть. Но это не совсем как бы... да, так происходит иногда, но это не совсем верная концепция подхода к этому вопросу. Правильнее делать спрейинг, то есть диповать насадку тогда, когда, например, после заброса поклевка происходит там в течение там определенного времени, а хочется, чтобы она происходила просто быстрее. Поэтому спрей — это не панацея от бесклевья, а спрей — это способ ускорить контакт рыбы с насадкой. И особенно спрей имеет большое значение тогда, когда насадка такая же, как кормовые частицы, точнее, как бы частицы в корме. То есть, грубо говоря, когда в корме много опарыша, мотыля, то есть конкурирующих элементов. И вот для вот этой истории спрей как раз особенно хорош. А вот случаи, например, когда, ну, бывают разные рыбалки. Вот рыбалки, когда там насадка, например, мотыль, а корм пустой, там без ничего, например, к примеру. Или же там опарыш, а корм там пустой. Или же в корме только мотыль, а ловишь на опарыша. В таких случаях, ну, я как бы использую спрей в последнюю очередь. Но если же у меня в корме и мотыль, и опарыш, и ловлю я и на мотыля, и на опарыша, то да, иногда имеет смысл диповать. Чем диповать? Ну, тут уже на выбор, кому что больше нравится. Вот. Я предпочитаю в основном такие сладкие вещи, обязательно с высокой степенью там вкусовой ноты, тоже важной, сладкой. То есть, ну, в данном случае у меня там Sweet Magic, Super Roach, Dominator, то есть Dominator и Sweet Magic — это сладкие ванильно-карамельные такие истории. Super Roach — это оттенок шоколада с там с топленым молоком, такая история. Вот. Но иногда неплохо работают и разные специи. Острые, пряные, всякие корицы, анисы, кориандры, фенхель, вот такие вот истории там. Всевозможные пожитник, чесночная тема, да, иногда очень хорошо тоже работает. Но в большинстве случаев, наверное, один из самых распространенных — это ваниль, карамель, вот это мои вот,
приоритеты. То, что чаще всего использую я. Много их нужно или иметь, этих баллончиков? Да, штучки 2-3 достаточно с головой. Есть ребята, которые экспериментировать любят вообще с аромами. То есть целые коллекции разных ароматов, они придают ему большое значение. Я придаю значение ровно столько, сколько этому надо придавать, на мой вкус. То есть да, ароматы имеют значение. Но если неправильно выбрана дистанция, неправильно длинный поводок, неправильный крючок, неправильный корм и неправильная тактика подачи корма, не поможет никакой спрей. Но если же все на мази, то есть если все классно, все работает, то спрей, конечно же, может помочь в том плане, что ускорит поклевку. Сейчас я произвел запрос без спрея. Пока никого. Буду стараться все-таки держать хоть какой-то темп, не засиживаться, потому что кормушка у меня и так не сильно велика. И в этой ситуации делать большие паузы между забросами, ну, не совсем, наверное, будет тактически разумно. Рыбка будет быстро подъедать все, что там есть. И пищевая конкуренция ее будет ослабевать. А мне нужно, чтобы у меня на столе присутствовала привлекательная пищевая фракция. В том числе и живые компоненты. Так, давайте попробуем еще раз. Уф, какой запах. Запах очаровательный, конечно. Так, не добросил, что-то как-то я смазал. Вот в таких случаях, ну, как правило, вот если ловить пелагическую рыбу, то это значение большого не имеет, неточность попадания. Ну, грубо говоря, ловишь там плотву в ярусе, уклеечку. В таких случаях, ну, не добросил, ну, бывает. А вот если, например, ловить леща, то бывали у меня рыбалки, когда там метровое отклонение в какую-либо сторону уже приводило к тому, что поклевка, вместо того, чтобы произойти через 2 минуты, происходила гораздо позже или не происходила вообще. Поэтому в случае, если я промахиваюсь, ну или не добрасываю в клипсу, то есть неуверенно кладу, я стараюсь не резко, а просто плавно вывести сразу кормушку за зону ловли свою и там уже ускориться, вытрусить ее, скажем так, не над столом. Если глубина порядочное течение, если это стояк, там глубина мелкая, ну, то есть там 1.5 метра, там можно вытрусить сразу, это большого значения не имеет. Вот. Но лучше как бы лучше не мазать себе точку, особенно если там еще и живые компоненты есть в корме, это действительно... Такое вот непопадание, немножко мотылика еще добавлю, такое непопадание не лучшим образом отразится на рабочей точке. Есть две тактики подачи мотыля в кормушке фидерной. Одна это когда мотыль так подается пучковым образом, таким вот прям пробочкой, и когда его много, и он такой обильно его там дается. И другой вариант, вот немножко насадочно тоже подкину сюда, и другой вариант, когда он мелко разбивается. Оба по-своему хороши, каждый работает по-разному. Вот. В случае, когда мотыль разбивается,
Он, естественно, мельче там рассыпается, то есть личинки отдельно находятся, и некрупная рыбка дольше его собирает. Да и крупная, в общем-то, тоже. Вот. Когда большие комки есть, то есть рыбе не составляет никакого труда засунуть туда рыло целиком и съесть лакомый кусок в виде большой порции. Поклевочка. Какая-то пробила такая, резкий рывочек. Ту-дун. Такой, как, ну, как плотвяной, что ли. Или густеран, хотя густера тоже может так. Достаточно резкая, дерзкая поклевка была. Скорее всего, снесла, насадку сбила или подвыдавила немножко мотылика моего. Ну, бывает. Вот. В данном случае, вот сейчас я разбиваю в корме мотылика так хорошо. Стараюсь максимально распределить равномерно его по всей прикормке. У меня здесь он не пробками. Вот. На потоковых реках, таких вот там, как Днепр, таких как там, Десна или Ока, вот, или в некоторых местах Северский Донец, там, где вот уже ближе к Дону, там я частенько использовал именно подачу пробкой. Такая тема работает, в общем-то, неплохо. Вот, а там разбивать смысла большого я не вижу. Ну и то же самое касательно использования насадочного мотыля в корме. То есть, чем крупнее река, тем, на мой взгляд, обоснованнее и более потоковая река использование крупного мотыля в прикормке. В небольших количествах пусть, но нормальная тема. Одно время у нас вообще был просто пик моды. Мы вообще кормились только насадочным мотылем крупным на соревнованиях. Особенно по лещу работало хорошо. Именно крупные лещи хорошо приплывали на такую тему. Но это было дорого, сердито. Но это спорт. Такая тема работает иногда. Лещи, они, ребята, такие специфические. Пауза какая-то, все равно вот динамика сбилась, хотя плотва, там густера, поклевка, сейчас раз. Что-то все-таки, ну, по моему ощущению, что кто-то там есть, кто-то там ходит, бродит в огороде. Но вот как к нему ключик подобрать? Почему? Потому что если это, предположим, лещи или лещи, или там пара-тройка их приплыла, то есть не в том количестве, в котором бы они там начали там друг друга подстегивать к активному питанию. Вот. Они могут просто, может просто приплыть, там подвиснуть где-нибудь над точкой, ну, где-нибудь там плавать, возможно, не особо питаться. Просто его привлекло что-то, ну, по какой-то причине он приплыл на точку, встал. И при этом другую рыбу он со стола согнал, а сам тоже не ест и другим не дает. И как в этой ситуации его заставить клюнуть, я, в общем-то, не совсем пока понимаю. Сейчас попробую на следующем забросе сделать, одну хитрость небольшую применить. Но здесь немножечко не совсем подходит, все-таки здесь небольшое течение присутствует. Но, в общем-то, я попытаюсь это провернуть. Я возьму кормушку другую и забью ее не сильно и трухану в ярусе. В метрах, ну так по ощущениям, там где-то в пол воды, то есть в метрах полтора там, от дна. Чтобы вот эти все частички начали тонуть. Бывает, что эти лещи там, они приплыли, они вот не в дне питаются, они вот плавают где-то там между. Вот. И вот это опадающие частички могут их увлечь за собой. У меня неоднократно на соревнованиях такая тема была. Например, ловишь рыбу мелкую, мелкая, потом пауза, приплывает лещ, ловишь там одного, например, а второму даешь по губам. Там, или получаешь сход прямо вот на точке, ну, тык, контакт отклеился. Естественно, вся эта стая чуть-чуть шугается. И бывает, что они шуганулись и
как бы просто взяли и уплыли, например, да, переместились к соседнему, в соседний сектор кому-то. Окей, с этим все понятно. А бывает, и, естественно, на место этих лещей возвращается в этот момент, как правило, мелкая рыба, которая там ловилась до этого, там плотва какая-нибудь там, или подлещики, вот, или густера. Но мелкая рыба не возвращается после этой, то есть пауза есть, лещ не ловится, не клюет, но при этом не возвращается и плотва. И вот в этом случае очень часто происходит, что он поднимается выше, меняет ярус, ну, по какой-то причине. И вот этих там кормушка или две протрушенных в ярусе, потом, которые дают опускаться к корму, вот, они возвращают рыбу на точку. Делаешь раз-два, опять в дно, ждешь там минута, две-три, пым, загиб, есть. Твоя рыба вернулась, точнее, опустилась. Такая тема возможна. Возможно, сейчас такая же точно история с лещиком. Потому что сейчас, вот, в данный момент, он ведет себя не очень хорошо, если это он, конечно. Но других причин я не вижу, по какому поводу выключилась моя плотва. Не, ну может быть хищник. Окей, да. Согласен. Там судаки какие-нибудь местные, там большие, там крупная окуня. Да, такая рыба тоже может выключать прилично точку. Не спорю. Но на эту историю уже никак я повлиять не смогу. Поэтому буду исходить из того, что на точку приплыл лещ. Контакт тут небольшой только что был. Ну, такое продергивание, то есть мелкая рыбка. Бывает, что когда лещи в большом количестве приплывают на точку, то есть нормальная стая, это видно по протяжению квир-типа. То есть, ну, это не такие как бы подергунчики, а это такие достаточно плавные, но короткие. То есть, качание квир-типа, то есть они где-то там цепляются за шок-лидер. То есть стая себя очень часто так обнаруживает. На такие шевеленки начинаются. Их очень часто можно спутать с поклевкой. Особенно вот ночное братеево, вот там прям зачастую, когда они приплывают, и вот начинается качание квир-типа туда-сюда. Вот. В таких случаях нужен это сигнал такой, да, сейчас начнется, сейчас будет движуха, и ты такой раз уже насторожился, и там загиб, там шевеленка, какой-то подотстрельчик, но это не поклевки. Потом уже тут контакт, и вот со временем начинаешь отличать вот эти моменты, когда лещ просто цепляет леску, и когда он реально, это загиб, который влечет за собой подсечку. Нет, ничего, не хочет. Ну, сейчас трухану, попробуем. Сейчас возьму кормушечку. У меня для этих условий есть специальная кормушечка. Опа. Фиберспортик. Он гладенький. Так. Корм. Есть. Одну в ярусе. И сейчас вторую подтрушу. Опа. И вторую. Вообще тема докорма, она такая специфическая в том плане, что когда входишь в процесс ловли, частенько вот, ну, не придаешь ей значения, ленишься, что ли. Хотя докармливаться очень полезно, иногда это кардинально меняет картинку тура. Кажется, что вот кормушка, то все, что ты там даешь, это, мол, достаточно. Но зачастую бывает, что все не так. Так. И вот этот тут коротенький поводочек. Я сейчас заменю на поводочек чуть-чуть подлиннее.
Нормально, что. Как раз вот сантиметров 50-60. Тоже отличная лещевая длина. Ну, как бы трудно, конечно, говорить, что прям лещевая, потому что я лещей ловил на очень длинные поводки. Вот. Но среднестатистическая длина такая 50 сантиметров 60. Это по лещу, ну, очень часто распространенная рабочая длина поводка. Ну или хотя бы пусть вернется моя плотва. Бог с ними, с лещами. Пробуем. И ставлю назад свою кормушку. Опа. Ну-ка, доминатор. Чук. Смотрим, что нам даст протрушивание. Потому как я не вижу предпосылок для того, чтобы плотва вот так вот просто брала и с точки сдувалась. Но не та эта рыба, чтобы вот так вот отдать свои пищевые позиции на ровном месте посреди бела дня. Просто так. Поклевочка небольшая, подергунчик. Но такой какой-то тревожный, такой тык короткий. Я, в общем-то, не совсем пока разумею, но надо думать, надо искать ключик. Казалось бы, вот рыбалка обычная, да, фидерная рыбалка, а вопросов много. Почему так? Вот короткий контакт был. Ну, это скорее всего, где-то при донном слое, там какой-то, может быть, там есть там крупная рыба, но ее все равно достаточно мало получается. Почему? Потому что было бы ее там в большом количестве сейчас, она бы, ну, это была бы серия загибов, там, поклевок. А так просто один тычок, ну, затрудняюсь я пока сказать, что это. Подождем. Сейчас с чистым опарем попробую. Ну, пока вот тишина. Сейчас буквально еще там счет 30, и потом попробую на чистого мотыля, наоборот, перейти полностью на мотыля. На пучочек хороший такой. Почему бы и нет? В это время года, наверное, это не самая любимая тема для москворецкой плотвы. Она больше опарика, мне кажется, так, по моим наблюдениям, любит вот в такое время, в такие дни. Но почему бы и нет? Может быть, просто хочется и какого-то разнообразия. Я всегда достаточно плавно поднимаюсь, и мне позволяет дно, я ловлю удочку, поднимаю плавно, плавно, аккуратно срывая кормушку со дна. Это имеет большое значение. Почему? Потому что в этот момент происходит небольшая анимация насадки. И бывало много рыбалок, на которых вот эта короткая анимация провоцировала рыбу, находящуюся рядом с насадкой, к поклевке. То есть статически располагающаяся на дне насадка не вызывала у нее каких-либо позывов к атаке. А только происходит малюсенькое движение, легкое, аккуратное, происходит поклевка. Причем эта презентация не чужда любой рыбе. И лещам, и плотве, то есть несмотря на все эти мирные названия, мирная рыба названия, на анимацию рыба реагирует великолепно. И мирная в том числе. Поэтому я стараюсь не пренебрегать этой темой.
И всегда перед тем, как вымотать снасть, аккуратненько, плавно поднимать. Ну, там буквально очень-очень короткий интервал. Там раз, и вот бывает тык-тык, посадка в руку слышно, особенно если звонкая удочка. Все, резонирующие свойства хорошие. Вот. Резонансные свойства хорошие. Вот это в этот момент происходит часто поклев. Поэтому имеет смысл. Плотвичка вернулась. Очередная красотка. Складненькая, ровненькая. Заглотнула глубоковатенько. Но для этого у меня, в общем-то, имеется экстрактор. Вот какая плотвуля. Это аккуратненькая. Для этой нерест прошел без последствий, без особых. Плыви. Так. Плотва вернулась. Это, в общем-то, неплохо. Так. Попробую маленькую насадочку. Один опарик, два мотылика. Ну как, по зимним временам это большая насадка, по весенним маленькая. Сейчас надо будет попробовать тактику еще ускорения. В общем-то, тактика неплохая. Сейчас я посмотрю, будет ли повтор от плотвы. Если повтора не будет, можно будет попробовать историю такую, что кормушечка будет увеличена и просто темп ловли, соответственно, тоже. Единственное, что я, наверное, чуть-чуть перевяжу монтаж. Сделаю чуть другое плечо для темповой ловли. Подлиннее плечика отвода будет лучше. Вот. И там уже буду смотреть, что это мне принесет. Просто более объемная кормушечка будет пользуется, и темп перезаброса я подержу там интервал, там, предположим, ну там 60, например, просто вот 60 60 60 60, может быть даже 40 40 40, скажем так, немножечко потемпую. Да, сейчас нельзя сказать, что вот быстрый отклик произошел снова. Вот кормушку какую мне взять? Вот у меня есть 42, тоже быстро отдающая кормушка для темпа, вполне себе неплохо подойдет. В пластике она будет тонуть чуть-чуть дольше, но в этом тоже есть свой смысл. Чем дольше она будет тонуть, эта кормушечка, тем большее количество частиц она будет терять в процессе вот погружения. То есть в ярусе будут оставаться частички. Более тяжелая кормушка тонет быстро, и за время погружения количество частиц, естественно, в слое воды остается меньше. Это чуть легче будет. Это 42 грамма, и она в пластике. Такие кормушки сильно быстро не тонут. Опа. Так.
мотыликом подразобьюсь еще, чтобы корм был у меня насыщен пищевыми фракциями. Пока попробую с насадочкой, с оснасткой, как и ранее, которой я работал. А если будет на более высоком темпе она чуть подзахлёстываться, то я тогда поменяю ее на оснастку с увеличенным плечом. Я даже не буду класть удочку на стойку, с руки буду. Поклевка, вот кормушка чуть дольше тонула, фракцию начала терять, и произошла поклевка достаточно быстрая. То есть, видать, она увлекла за собой какую-то рыбку, которая находилась выше в ярусе воды. Кто у нас тут? Опа, плотвичка очередная. Очередная прекрасная плотвичка. Тоже, кстати, после нереста, тоже такая чуть-чуть подсбитенькая у нее чешуйка. В целом рыбка ровная, все как бы классно, но вот кое-где чешуйки так элегантно, аккуратненько отсутствуют. Опа. Так. Смотрим дальше. Так. Один опарик. Пара мотыликов. Для более темповой ловли некрупные насадки предпочтительней, конечно же. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет дальше происходить. Держу счет 40. Пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 40. На этот раз поклевки быстро не произошло, но кормушка томит заметно медленнее. Я думаю, что это, ух ты, но при этом поклевка, кстати, была, мотыль разжеванный, где-то в ярусе кто-то прихватился. Медленнее кормушка тонет, поэтому вариант есть получить поклевку раньше, нежели в случае с донной ловлей. Так, смотрим, что у нас получается. Да, долго тонет, получается. Но по-своему интересно, почему бы и нет. Так. Практически с руки ловлю я. Чуть-чуть выше динамику держать не помешает.
плавный подъемчик и выматывание. Вот три заброса я сделал с темпом 40. Сейчас прибавлю еще десяточку, перейду на 50. Освежу мотылика, то этот чуть-чуть подвытек. Есть контакт. По-другому приходится акцентировать заброс, кормушка стала легче. И подружает удилище по-другому. Приходится чуть-чуть сильнее вкладываться. Я леску не подматываю, оставляю как есть. Она немножко колышется сейчас по волнам. Ее начинает плавно натягивать течением ветровым. Но это абсолютно нормально. Даже если произойдет поклевка на этом провисе, я ее увижу. То есть просто натянется дуга лески. Это заметно будет. Сейчас подускоримся. Еще чуть-чуть можно подускориться, самую малость. Немножко покормить, а то я действительно засиделся с этими попытками дождаться рыбку покрупнее. Она вот не приплыла, а из-за этого точка немножечко остывает. Или, возможно, она приплыла, но не клюнула. Фидерная рыбалка заключается в том, что на прикормочный стол прикормка должна поступать регулярно. Без этого, ну, никак. Чуть сполосну руку. Но все равно рыбка достаточно капризная сегодня, я должен сказать. Плотва обычно клюет гораздо более динамично. Я пока месть не могу объяснить причины, по которой происходит именно такой, то есть клев имеет именно такой характер. То есть нельзя сказать, что это как бы высокий темп ловли. Ну, варианта, думаю, три. Первый. На стол таки приплывают рыбы, которые плотву могут оттуда прогонять. Они могут быть мирными, то есть лещи, например. Второй вариант. Туда приплывают хищники, которые выключают точку. Третий вариант. Это, возможно, погодные условия. Вот давит на дождик. Сейчас опять погодка, видно, снова меняется. И, возможно, просто рыбка в целом находится не в духе. А это тоже немаловажно. Так. Рыбачки там какие-то еще, коллеги по увлечению, кидают снасти в воду. Ну, барвиха – это место популярное для рыбалки. Здесь много народу рыбачит. Поэтому удивляться нечему. Барвиха – это не то место, где можно побыть в одиночестве, наедине с природой. Точнее, наедине с природой можно, но вот в одиночестве, ну, прям не факт.
Нет, не затемповывается тоже. Вот. Обычно при таком раскладе плотвичка вот включается, ну, начинается более интенсивный клюв. Оно вот раз, я одну рыбку снял, и тишина. Может быть, просто концентрация маленькая. И в целом ее просто много нету. Происходят такие поклевочки там сериями, там раз, два, три, потом пауза, потом там одна рыбка, потом там густерка какая-нибудь. Пока вот. Пока вот нельзя сказать, что более высокая частота перезабросов дает мне какие-то преференции в ловле. Ну, сейчас попробую еще скомбинировать насадочку. Снова два опарыша и два мотылика. И заброшу. Немножечко теперь подожду. Эх, красота. Такое преддождевое небо. Живописное. Чем-то напоминает левитановскую картину «Над вечным покоем», знаменитую. Тоже там очень и по колориту похоже оно там было, и облака очень похожие тоже там вдалеке. Живописно. Ну что, на тонком поводке подниму я ее. Опа. Удлинил поводочек до 1,60 м, 1,70 м. И сразу в лед вот такая шикарная густерища. Густерень, я бы даже сказал. Вот какая. Вот она. Давит давление каким-то таким образом, что рыбка поднимается над дном. Попробую сейчас продолжать в ярусе ловить. Утоньшился, поставил тоньше поводок и длиннее. И, в общем-то, вот результат. Рыба шикарная. И засечка аккуратненькая за самый краешек губки. Опа, плыви. Давайте пробовать дальше. Ключик надо искать. Нестандартная рыбалка сегодня оказалась. Не типичная. Погодные условия специфические очень. Все это все коррективы вносит. И приходится мне делать снасть более планирующей. То есть все тоньше, длиннее. И ловить рыбу пелагическую приходится. Ох, плохой заброс. Плохой заброс, длинный поводок. У меня сзади крапива. Сейчас перезаброшу. Так. При ловле с длинными поводками очень важно, чтобы било в клипсу на забросе снасть. Иначе не будет расправляться длинный поводок. Это чревато перехлёстами и запутыванием. Есть. Хорошо. Смотрим, что тут у нас. Опа. Стабилизировалось. И сейчас в этот момент происходит
погружение насадки. Вот где-то она там в ярусе потихонечку тонет, тонет, тонет. Рыбка, конечно, сегодня задает мне задачи и загадки, загадывает. Ну что делать, надо искать. В общем-то, интересная рыбалка, и рыбки прикольные ловятся, все классно, но надо искать. Просто хочется вот увидеть вот этот клев более алгоритмичный, более прогнозируемый, а не такие венчурные поимки. Так. А? На этом забросе нет поклевки. Какой-то пушок на квертипе. По воде, по пленке воды всякое разное плавает. И в колечках бывает скапливается, кольца собирает. Вот эти мусор. Какие-то там одуванчики и так далее, и тому подобное. Так, один разжеванный опарик. Эту поклевку не увидел. А я эту поклевку не увидел. Ну, длинный поводок такой, в общем-то, возможно. Это бывает. Просто вот в этой стадии, когда стабилизируется снасть, нужно ее держать в руках. Потому что когда ловишь длинным поводком, очень часто именно вот эти первые секунды после заброса бывают очень результативными, пока в ярусе находится снасть. Поэтому лучше в этот момент при ловле с длинным поводком снасть держать в руке. Потом уже, когда леску шнур протащит, и он стабилизируется, скажем так, я уже вот как сейчас могу уже установить тогда настойку его, выдать удилище. Опять получается, что-то делаешь, ловишь одну рыбку. Вот заброс, поклевка, сразу рыбка. Потом раз, повтора нету. Неожиданная вообще тема. Ключик, ключик, ключик. Пошел Сережа на рыбалку просто так позабрасывать, посидеть, подубинить. В итоге упоролся в какую-то спортивную историю с разбирательством с водоемом. Я, кстати, часто замечал, что густера бывает занимает ярус еще выше плотвы на некоторых водоемах, в некоторых ситуациях. Казалось бы, такая рыба все равно ближе к лещу, и тем не менее густера бывает ведет очень такой пелагический образ жизни прямо. И великолепно себя чувствует в верхних слоях. Так, нет, вот ничего, вот сейчас поклевки нету. Сейчас попробую сделать все то же самое, только с мотыликом. Ну-ка, чуть протащил. Нет, контакта нету. Да, совсем на дождик натягивает, горизонт уже такой прям становится свинцовый. Ну и чувствуется в целом в атмосфере такая атмосфера, такое состояние немножко поддавливает
что называется, погодка. Так. Посажу-ка двух мотылей так называемым пропеллером посерединке. Такая насадка одновременно является и достаточно компактной, и при всем при этом она очень интересно тонет, как бы планируя, подвисая. Опа. Полиция плавает. Так, пока поклевочки нету, но мотылик будет тонуть достаточно медленно на тонком крючочке, поэтому у нас есть время подождать. Может быть, где-то, опа, поклевка есть, пробило где-то. Есть. Не крупная рыбка с яруса, но тем не менее. Опа. Еще одна густерка. Еще одна ярусная рыбка. Плыви, малышка. Смотрим дальше. Высоко подмотал немножко. Плохой заброс. Плохой заброс. Чуть-чуть недолет. Так. Нормально. Вот так вот приходится вымучивать по одной рыбулечке с длинным поводочком. А как же? Без поклевки сидеть тоже не вариант. На двух мотыликах сейчас. Сейчас, я думаю, если будет дальше так продолжаться, я перейду на одного мотылика или на одного парика. Но рыбки капризные. Я им свою волю навязать не могу. Поклевочка еще одна. Легкий контактик такой. То есть, ну вот, да, видно, капризная рыбка. И режим ловли отнюдь не по солнечной погоде и не по тому весеннему состоянию. Такая рыбалка раннеапрельская, мартовская, очень деликатная. Вот этот контакт был, рыбка не засеклась, и дальше пошла, я так понимаю, тонуть поводочек пошел дальше, и уже он преодолел тот ярус и вышел за зону, где находится сейчас рыбка. Хм.
сейчас попробую на одного опарика. Да, вот, разжевала она мотыля этого, сбила. Давай на двух, ладно. Так. Есть контакт. Натяжечку топлю так слегка. Эти капризные рыбки находятся, что каждый раз к ним такой прям подход должен быть. Сейчас пока свяжу второй поводок, тонкий. Это пятый номер, поменьше крючок возьму. Вот, Хасуджисон. Четверочка, чуть поменьше. Капризничает рыбка. Поводок я свяжу покороче. Девяносто где-то. Такой среднестатистический поводочек. Потому что, как видно, из яруса тоже нельзя сказать, что клев стабильный. Одна-две рыбки. Так. А сейчас попробую в ярусе, наоборот, на более крупную насадку. Так, чтобы вот она была заметная. Еще с длинным забросик сделаю и пойду чуть ниже опущусь. Целые парики. И несколько мотылей. Себе мотылька надо найти. Торопиться некуда. Мотыля можно выбрать самого классного. Так. О, такая массивная достаточно насадочка получилась. Посмотрим, может быть, она в ярусе, но хочет что-нибудь заметное. Давление прям начинается, такое ощущается, такая немножко тяготит, такая сейчас преддождевая погода. Смотрим, ждем. Пока
пока без изменений. Пробило. Яруси не пробило. Да, единичные рыбки плавают, рассредоточенные. И казалось бы, такая даже стабильная рыбка, как плотва, и та ведет себя крайне капризно. Нет, не клюет, не клюет. Я, в общем-то, надеялся, что клюнет. Сейчас еще попробуем еще один вариант. На одного мотыля колечком. Мотыля колечком, может быть, надо наоборот еще уменьшиться до маразматического размера. Сейчас симпатичного найду мотыля такого покрупнее. Вот так вот. И под хвостик его аккуратненько. О, какой бубличек получился нарядный. Сейчас посмотрим, что у нас тут. На одном мотыля колечком ловится рыба, которая вообще с закрытым ртом живет. Аж даже интересно. Что у нас происходит? Короче, колечко вместе бублик вместе с дыркой, сделанный из мотыля, благополучно. Безрезультатно тонет. А вообще при такой насадке вот поклевка должна была уже произойти. А у нас в данный момент тишина. Не, никак. Значит, что я пробовал? Так, поводки, длины поводков, поигрался. С насадками поигрался. Темп подачи корма, поигрался. Опарыш, мотыль резко, целый, с ним, без него тоже попробовал. Да уж. Да уж, загадка, так загадка. Ладно, укорачиваемся, ставим стандартный поводок. И есть еще вариант вернуться к состоянию дубининга. Так, поводочки я цепляю, он мне еще пригодится. И еще подубинить заброшу. Почему бы не забросить подубинить? Может быть, все-таки
кто-то там стреножит мою плотву. Опа. А дубинить я нынче буду на 2 опаря и 3 мотыля. Или 2 мотыля. Надо, да, 2 нормально. Так. Чуть-чуть. Опа. Есть. Рыба, клюй. Это я тебя по-братски прошу. Можно сказать, советую. Черный ворон надо мною, что ж ты вьешься? Ну вот и он, долгожданный лещ. Ух, сопротивляется. Так, самое главное его приподнять, сейчас, чтобы он в камни не ударился. Поводок тонкий, крючок маленький. Когда кувыркается, особенно опасно. Так. Иди сюда. Да, папы. Есть. Фу. Хороший. Вот это лещ. Как же я тебя дождал-то сегодня весь день. Такой нормальный. Весенний лещ. Шикарная рыба. Офигеть, какой красавчик. Ну и самый главный процесс, друзья. Правильно. Выпускать рыбу всегда нужно в родную стихию. Плыви, друг. Спасибо тебе большое за то, что ты клюнул. О. Крутой трофей. Дождался. Трудная рыбалка была сегодня. Очень трудная. Рыбка капризная, но в итоге терпение и труд принесли свой долгожданный результат. Крутой трофей, крутая рыба, большущий лещ. Такие приплыл ко мне. Ну что, друзья, это была хорошая рыбалка. Сложная, но по-своему очень интересная. С массой вариантов. Я много пробовал, искал, пытался подобрать ключик к сегодняшней капризной рыбе. И, на мой взгляд, все удалось. Друзья, я желаю вам здоровья,
конечно же, я желаю вам успешных рыбалок. С вами был Сергей Попов. Рыбалка нового поколения. Весенняя рыбалка нового поколения. Ну и самое главное, не забывайте отпускать рыбу. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, делитесь ссылкой с комрадами и обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Смотрите очередные сюжеты о современной рыбалке.